Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Артур Блэк, Шестрила и Джек Шепард. Скажите здрасте. Всем привет. Здрасте. Здрасте. Мы находимся около Гвозна. Поискали тут машину оффроуд. Как вы знаете, у нас машину в одной из предыдущих серий сперли. Или взорвали. Скорее всего, сперли. Если бы взорвали, я думаю, там осталось бы от нее что-нибудь. Ну, короче говоря, мы опять безлошадные. У нас, конечно, есть еще один сервер, но там сейчас глухая ночь, поэтому смысла особо по нему бегать нет. Темными сериями. Да, и сейчас Джек направляемся. Сказала, давай-ка пойдем в Дьявольский замок и начнем мстить людям. Да. Ну что мы сказали, а давай. Ну не совсем мстить, мы надеемся там, конечно, найти что-нибудь интересненькое, но оно ведь как пойдет, правда? Да. Что самое прекрасное, у меня каким-то совершенно волшебным образом, вот только что перед началом серии из 21 патрона в рожке это превратилось в цифру в 30. Прямо на полу. Может быть, у тебя кнопка начала записи, я не знаю, патроны тебе перезаряжают. На артмане, да? Просто такая, я бы подумал, может, на сервер как зашел этот. Может, ну, мы же поменяли сервер. Да, теперь у нас сервере. Русский сервер, не помню какой точно. Да, и но... ники совсем не палятся. Да, и что хотел сказать еще? А, то, что здесь нет вида третьего лица, вот. Да, да. Здесь хардкор, вообще. Ребят. И прицельных планок нету, то есть хада. Стреляет, это по центру да, экрана. Не знаю. Поэтому всякие вот эти вот коллиматоры там и их... Скольки кратное у вас увеличение? 8. Отстой. Еще и зероидных нету. Лузеры, да. Да думаю, вообще говно. Ну как говно? Хорошая, если чисто к ней приучиваться, то я думаю, и можно делом творить. Но по сравнению со всякими там М107. Паратами, да, там. АС-50. А чем по полю бежим? А потому что Джек ведет нас. Ну, он нас, кстати говоря, с GPS-ом. Молодцы. То есть мы виноваты, да? Вон оно как все повернулось. Заболтали по парням. У парня мы там заболтали, все окей. Демоничонок какого-то, наверное. Может, на аэропорт сходим потом? Кстати, давай. Можно. Че бы нет. С этим новым патчем. Знаете, что самое крутое, дорогие зрители? То, что у них два ДМРа. И идти вперед в чертовом замке придется мне. Да, и, кстати, делать. Артур, если мы пойдем в аэропорт, имей в виду, я тебя до Березина не потащил. Да ладно, у нас есть пакет крови у нас нет. Нету. У нас есть куча жареного мяса, если что. Так что мне не так страшно быть. Чуть правее берите, ребят, вы влево слишком побежали. Я буду. Мы уже обогнули Гвозна. Ты бежишь за Артуром. А Артур бежит по зову сердца. Артур бежит чуть правее вообще-то. Разве я был не прав в выбранном направлении? Вот сюда, да. Но у меня вы оба бежали вон бы. Короче говоря, я что, один вообще туда пойду, что ли, чертов замок? Зато будет атмосферно и весело, ты будешь один против всех. Да, и мы будем слышать. Пока там... И потом в вашей серии будут полчаса, а моя 10 минут, да? Смерти никто не будет смотреть. А, все, он умер, неинтересно. Пойдемте посмотрим, как там пацаны фанились. Как там пацаны в карты режутся. А где там позиции снайперские вообще? Не знаю, вышки, там где? Там три вышки. На две из них можно подняться, по-моему. Вот нет, если точно. Любого из вас сейчас кто-нибудь с М4 встретит, то я стук ОБС, кидаюсь вправо-влево, вправо-влево, подбегаю, Макс, делал удар дзюдо, и он мертв. Ну да. Считай, умер, короче говоря. Я кушать хочу и бегу все это время. Еда. У тебя еда-то осталась, я не все у тебя своровал. Ну да я не знаю, я вообще не уверен в твоей честности. У меня вообще нет банок с едой. Все банки с едой ты упер. Оставь мне только банки с едой нужны, я не могу понять. Ну чтобы есть. Чтобы просто есть, а именно хп восполнять. Кинь мне одну хотя бы. Да блин, сейчас мясо забирай сколько надо из респака. Хоть все забирай. Одну банку мне сейчас кинет, а... Ты что знаешь? Сейчас понатырит у меня всего там вкусного. Чего тебе там вкусного? Бандажи твои нужны кому-то смольному. Господи, как же я люблю этот лес. У меня температура 36. 38. 37. У меня зато в реале сейчас 38. Лучше бы наоборот. Тут 36.
И вы меня в таком состоянии отправите вперед? Да. Конечно. Какие, блин, у меня верные друзья. Ну мы зато тебя спасаем. Мы вот в одной серии вообще, блин, тебя спасали до самого конца, потом ты выпал из машины. Вышел из машины и начал нас расстрелять. Да не вышел, я выпал. Выпал из машины. Выпал я, не вышел. Я говорю, вышел. Нажал, ночной Джек парень говорит, ага. Такой, ребята, вы меня не спасли. Нажал, ну Джек, делать мне нечего, ну Джек нажимать. А нам потом пишут, как вы могли не уберечь Артура, господи. Это ужас. Да, просто там шустрило всех этих зомби наагрил, а Джек Шепард мне не дал глок, чтобы я отстреливался. С тысячи крови, я терпил. Парень, отстреливаться собрался, вы слышали, да? Начитался комментов там, типа. Да, конечно, проще гранату в коридор кинуть. Проще было забежать в конец казарм, матерь Божья. Вот если бы я не кинул ту гранату, если бы я ее не кинул, там бы все умерли, все это понимают. Все понимают еще и то, что Артур забежал в ванную комнату вместо того, чтобы забежать в край комнаты. Это тоже все понимают. Ребята, мне страшно. Мне страшно, ребята. Я потерялся в лесу. Где ты? Я вот тупо за Шепардом лечу, да? Шепард, это ж ты? Да. Артур. Давай. Когда Артура критикуют, он убегает в лес. Он так, знаешь, на рефлексе убегает, прячется. Вон, я вижу. Не вздумайте писать ему плохие комментарии, потому что он убежит в лес. Он убежит в лес, и нам придется его искать опять. О, я вижу его, Артур, я вижу тебя. Право руля. Беги правее, да. Небось, в прицел свой восьмикратный выцелил. Тебе нужно бежать сейчас на 20 градусов, Артур, на 20 беги. Ага. Что, у меня градусник есть, что ли? Ну, компас должен быть, да. Я правильно бегу? Да правее беги. Нет. Вообще вправо поворачивай. На 20! Я не вижу тут деревья. Я бегу к тебе. А, 20 направления? Блин, я думал на 20 градусов повернулся. Вот, бегу на 20 ровно. Сейчас ну, прибежишь. Видишь меня? Слева. Я хотели бросить в лесу старого человека. Посылают как пушечное мясо, бросают в лесу. Гранатами кидаются. Да, гранатами кидаются. Старый. Я же говорю. Ты заткнись. Старость не радость. Наши-то времена. Блин. Сколько интересно, у тебя уже было напарников за твою долгую жизнь. И где они все сейчас? Они все умерли. Червей кормят. Еще стрел такой, кстати, да, разворачивается с барда, целится в Артура. А почему бы... Во. Нубик 72 раз. Ой, я целю Артура. Посмотрите, как он красавец. Он у нас помолодел сейчас. Пластика делает чудеса какие. Ну, стреляй давай, ну. Слышишь, я понял, на кого Артур похож. Посмотри на него, это же Джейсон Стэтхэм. Ну, я чуть не... Он больше на Ника Белика похож. Ника Белик никто. Только Ника Белик, да. Да. Вот Томми Версетти, да. О, Томми Версетти, это Томми, да. Версетти. Come fly with me, Панзер, пушку назад. Полетели. Да. Томми Версетти. Где чертов запад? Leave me alone. Кое-что. Да. Fight. Мы когда маленьким были, писали «Леве, ме, алло, не». Ну, в таком все запоминалось. Все ровно. Как трудно ну, вокруг такого учителя, когда полно. Все коды помню. Ну, просто, блин, да, в то время никто сюжет особо-то не проходил. После самый лучший код — это IDDQD. IDDQD? Да-да-да. Была такая игрушка когда-то давно. Вот видите, ньюфаги. Знают только свои GTA всякие. Черт, я не знаю IDDQD. О, блин, чувак. Так, вот это... Не, ну, начнем с того, что R1, R2, L1, L1, крестик, нолик. И вы это не понятия не имеете, что это за код и от какой он игры. О, я бы вспомнил сейчас. Не от Twisted Metal? От Mortal 1. Вот ты почти попал. Есть игра Roger Treat называет. Сатана. Блин, а ты же создатель. Типа Twisted Metal. R1, вверх, вниз, влево. Это, по-моему, в Twisted Metal миньона. Да. Слева, понятно. Руки помнят, офигеть. Да, 4 шифта, вверх, вниз, право, лево, крестик, нолик. Бессмертие. Ага. Да, все, мы вот эту дорогу уже прям. Я все это время писал с музыкой, блин. Ну ладно, че. Так, я ее в группу. Музыку еще слушаешь во время записи. Да я в том-то и дело, что я забыл. Ну ладно.
Люди хоть знают, какой у тебя ужасный музыкальный вкус. Ну, я придется, да, мне, я, наверное, не буду эти моменты вставлять. Ну, как, может быть, я, конечно, их и вставлю. Ну, вот здесь-то уже как бы делаешь как репсто, так шо, а там-то можешь вырезать, да. Круто. Не, ну так я смогу тут, придется тут долго писать. Что так, все, булки поднапрягли, подходим. Есть. Старичашка, нам незачем булки поднапрягать, она не у нас всегда в напряжении. Как скажешь. Блин, я смотрю, это Артур, блин, ползает прям там в упор. Я уж хотел гасить. Но вроде на башенке чист. Артур, давай, мы в тебе верим. Я пойду обойду с фланга. Да, да там зомби, как я проходить-то буду с этим новым патчем? Я это в уже войду. Ваши проблемы, господин Снейк. Что у тебя по оружию? По оружию у меня нормально. Один рожок. Ну, пистолет у тебя какой? Пистолет у меня кольт. Иди сюда, я тебе дам с ПБСом три рожка. Не-не-не, не надо, мне кольта хватит. Чего кольт? Ты будешь палить? Ладно, окей. Я просто заагрю всех и по той лестнике поднимусь. А вы как-то меня прикроете все-таки, я надеюсь? Тут или стены, вы тупо наверное будете ждать? Я предпочитаю второй вариант. Так, ребята, давайте-ка вы за мной. Вон там справа есть проход через полянку. На полянке можно залечь и меня крыть практически по всей территории. Справа это где? Это где оттуда я дорога вижу, идет к этому, к аэродрому. Так, Шустрил, ты где? Я с фланга обхожу, смотрю сейчас на все стороны этого дьявольского. Я на самую большую вышку все время смотрю. И с вышки сюда достаточно там проблематично выцелить. Нормальца. Если с разных сторон всем аккуратненько зайти все пропалить, то никаких проблем не будет. Тема интересная, это крепче, что она довольно-таки неприступно выглядит. Но... А мы сюда зачем пришли? За приключениями? Экшон. Да. Приключения. Понятно. Старый замок. Приключения. Может полежать в траве, это... посмотреть, как старый умирает, да? Ну, еще послушать, кстати, да. Типа. Так, я пошел, короче, через этот вход. Давай. И все-таки предпочтительно, что вон там слева есть пролом, кто-нибудь к нему переместился и оттуда крыл бы. Но могут сзади прийти с аэродрома. С аэродрома сюда иногда ходят люди. Угу. Блин, я вот сейчас лица... лично ползу под стенкой. С какой стороны? Трудно сказать. Ну, трудно сказать. С юго-западной. Просто если... я по тебе начну стрелять, это будет печально. Конечно, мы проведем фейс-контроль. Ой, я сейчас заметишь. Идет. Но я, внутри меня нету, еще не скоро я буду внутри, поэтому мочи по всем, кто внутри. Дело в том, что я с кольтом хожу, чтобы сильно не шуметь. А если меня кто-нибудь увидит, это будет... Кольт убивает. Я говорю, ПБС. Не, имею в виду, кольт убивает людей с двух выстрелов за магазин. Ну да, да. Выстрел-то где? Ползу по периметру. Ты левее отполз от нашей позиции? Да, я на южной части. Джек Шепард, ты... Я иду в той расщелине. А, все понятно. Я вижу гигантский пролом в стене, я сейчас в него зайду. Вот, давай, иди туда как раз. Я без прикрытия, значит, сейчас. Ну я вижу. Нормально. О, есть, я вижу отличную снайперскую позицию, сейчас буду на нее сяду. Давай. Так, я захожу через центральный вход. Вернее, как захожу, заползаю. Тут слишком много зомби. Там стоит трудовик на лестнице, чего-то хочет. Так, я в этой комнатушке около входа. Угу. А, чтоб тебя. Просматриваю. Да, отсюда из этого окошка особо не просмотришь. Ой, ко мне зомби идет. Так ко мне тоже. Хитпак возьмем. Магазин 911 возьмем. Как ты попал в центральную башню? Там же трудовик. Да он не в башне, он в центральных воротах справа, там есть заходка. Не в ней. Там, короче, охранник. Я внутрь как раз смотрю ее. Только Артур выходит, если... Ну нет, если к тебе кто-нибудь только заходить, я могу снять. Тебя-то я снимать не буду. И у меня тоже на снайперском споте зомбак. Придется с ПДВ его ликвидировать. Для Макарова никого не нужно? Нет. Так, я переключаюсь на Аксу. Вернее, не Аксу, у меня же с Кобрей. Ну, вы поняли. Ты мне, дал, ты мне дал идею только что, когда сказал слово Аксу. Стесняюсь спросить. Я не буду шуметь, когда буду убивать этого зомби.
У тебя он в рюкзаке, что ли, есть? Нет, у меня топор есть. Акс. Аксу. То есть теперь я один снайпер, да? Но я сейчас убью этого зомби, сяду на вышку, уберу топор, возьму снайперку. Я лутаю, я надеюсь, кто-нибудь меня все-таки прикрывает. Да, я крою проход к тебе. Ну, то есть ты вот главный вход справа от дверка, да? У меня бандажи. Дофигища, надолго хватит. Так, все, я уложил его. У меня две пепси-колы лежит. Взял, почему бы нет. И хитпак. Так, кто где? Я сижу, попали во главный вход. Залез на вышку снайперскую. Ну, такую, как бы на стене я сижу. Ага, понятно. Давай, ну, там стена проверим, такой, подъем просто. Ползком, если вылезешь, да, я там, тебя увижу или нет? Не знаю, сейчас, подойди, у меня есть дела. Ну-ка, Артур, в проходик вылези и обратно залезь. Я просто уже вышел оттуда, я по полю. А, так, все. А всю северо-западную часть я просматриваю. Я тогда с правой стороны обойду. Прохожу между башней, вот этой такой, в которую не зайдешь, и развалинами. По центру, то есть, этого замка иду. Сейчас зайду справа, там будет помещенница. И что-то, блин, тут зомби где-то ходит. Я его слышу, но не пойму, где он. А ходить медленно мне что-то тут не особо хочется. Стреляю с ПНВ. Фу, с ПНВ, блин, с ПБС. Нифига ты жесткий. С ПНВ стрелять. Согрелся на меня один урод. Так, у нас тут зомби идет. Я его сейчас сниму. С эмки. У тебя есть эмка? Нет, ну скальта. Слышал. Надеюсь, только ты. Зомби спокойно себя чувствует, который рядом с тобой. Да он тихий, да, довольно-таки. И здесь нету людей, потому что иначе бы эти зомби себя так не вели. Так, слаги, пустая бутылка воды, у меня и так уже две фляги, мне тут ничего не нужно. Ребята, я захожу внутрь. Это кто с... Я. Слухач. Бил одного, он прям на моем этом шел. Дай. Так. Никого. Так. Ну, Биксин. Еще бинты. Бинты. Флары. Не то мне уже не нужно, мне этих бинтов хватит. Угу. У меня штук 10. Потому что у меня постоянно кровотечение. Сейчас буду сходить с правой стороны замка. Где гигантская. С правой стороны нет, есть северная, западная, восточная. Я сейчас... ворот, если смотреть. Бинокль никому же не нужен, да? Нет. Так, вошел. Смотрю на башню, чисто. На вторую башню чисто. А у нас подъем по лесикам чисто. Да, вот кто-то ржет. Так, я поднялся на второй уровень этой башни, центровой. Тут уже, ну как там, перегородка такая между. Ты трудовика на входе убил, охранника? Да. Ты по лестнике поднимался уже? Я на крыше. У меня тут зомбак сейчас идет, мои зрители могут посмотреть, у него костный сустав так вываливается по-дебильному, когда приближаю, он нормально. На самой главной башне центральной, да? Да. На крыше, все понятно. Господи Иисус. У меня все хорошо. Главное, чтобы у тебя все было хорошо. Да, я старенький, меня беречь нужно. А вы-то? Новый вырастите. Там канистр. Сколько я вас сменил? О, зомби лежит на лесенке. Тут все спокойно. Зомби, ты поднимаешься в мою башню? Нет, я не буду туда поднимать. Я пойду сразу к лесенкам. Я просто осмотрелся, что никто не пылится. Видишь меня? Я не на тебя смотрю, я смотрю на границы. Да, я вижу, да, ты спиной ко мне стоишь. Я вижу тебя, на самом верху ты бинокль достал, да? Угу. Только ты спиной стоял. Ну я, голова на 180 ходит хорошо очень. Йок. Так, ну что, отсюда можно... Подожди, я палатку, по-моему, вижу. А, мужик лутает, сидит. На лесенке. А, это синим лицом, это что, стрела, мать твою. Мужик, ты че не сказал, что ты внутри крепости? Он внутри я крепости говорил. Сидел на лестнице. А, значит, я глухой все. Я сказал, что я на стене, ну че? Я смотрю, сидит, лутает, разворачивается. Джек, ты хочешь меня убить уже вторую серию, ёкаламэнэ. Все, братиш, извиняй, это я прослушал опять. Всегда. Так, я только хотел пойти полутать. Че, на башне есть что? Нет, на башне ничего. Надо идти к аэропорту, в общем.
Так, опа. Джек стоит. А, понятно, это пустики. Куда Джек стоит? Джек вообще нигде нет. Ну да, да, я понял. А ты где вообще? А я сижу на главную башню, смотрю. Команда Шепард. Он рядом со мной был, подо мной, в общем. У Джека спросишь где-то, он скажет, я рядом. Или я тут. Или я сижу, смотрю на башню. Это такой хороший ориентир. Так это да, мало ли там кто-то рядом с тобой сидит, предатель такой, и быстро залогинится в игру, чтобы меня убить. Не поймет. Так, я выхожу. Давай. Доставлю кольт в руки, чтобы если что не шуметь. Тут нет никого. Так, ну, и что, иду в сторону шестрилы. Угу. Вот сейчас будешь на меня смотреть. Я спускаюсь с лестницы. Все, Артур ко мне идет. Ну что там полезного набрал? Ничего. Отстой один. Мотоцикл где-то здесь проехался, ребята. Давайте искать его. Так, шестый спустился, ты куда ушел? Налево, направо от лестницы. В аэропортульку идем. Я еще прямо на лестнице сижу на этой. Ну вон я тебя вижу уже. Ага, ну что, уходим? Пойдем через задний, там никого не было. Я достал, если вдруг отбиваться, чтобы не шуметь. Окей. Пойдем. Где Джек? Джек, подходи там, где ты. Я за Артуром. Ну, позади. Нам вообще налево, как бы, ну ладно. Там тоже нет. Есть. А, там вон туда, да? Вон в ту сторону, правильно? Да-да-да. Ну пойдем туда. У меня паранойя. Мне постоянно кажется, что за нами кто-то наблюдает. Переживай. Ну, с тобой... с первой серии. 10 минут. Двое людей наблюдали. Осторожно. Ой, ты такой с топором подбежал, и я понял, что слово «осторожно» здесь вообще не работает. Угу. Какой-то голос внутри меня сейчас руководит моими действиями. Успокойся, успокойся. Братиш, шустрила, Максим, ты с нами? С нами, ты в порядке? Так, все. Какое-то помутнение на секунду было. Ну, да, бывает так иногда. Зомби слева. У Артура попкоп все время пытается вырваться, но... сейчас у него просто нет сил. Попкоп сейчас борется с болезнью. У меня все окей. У меня все окей. Я отыграюсь в другую игру, да? Я все равно их всех убью. Так, смотрим карту. Нам 51, 48. 48 там будет там. 51. Да вон туда бежим, да, по прямке и все выходим. Так, я обратно до Марка достаю. Мы ушли без приключений, слава богу. Давайте только, ребята, в этот раз я пойду в эту казарму и внутрь забегу, а вы не будете ходить. Если что случится, то я лучше один отобьюсь. А вы не будете. Какие проблемы? Потому что, когда мы вместе ходим... Мы тебя не бросим, потому что ты хороший, да? Когда мы вместе идем, только учти, теперь не получится подогнать шестерку там, отвезти в Березина реанимировать. А, и потом ты не сможешь выпасть. Для меня главное, чтобы вы прикрыли меня, если там люди будут подходить. А зомбями ты ешь. С зомбями-то никаких проблем не будет. Можем сделать это тихо и с топором, или громко и с ДМРом. Выбор за вас. Вот как хорошо, что у тебя было синее лицо, что ли, вот так хорошо. Можно встать, дорогой мой. Дорогие мои, можно встать. А если бы он тебя сейчас застрелил туда? Я боюсь вставать, я старый человек. Сидит на лестнице, лутает. Какой-то щелчок был, мне показалось, что в нас стреляли. Но потом я... Кто-то что-то щелкнул. Или ты даже щелкнул. Подумал, что... все-таки это, видимо, не оно. Угу. Сейчас мы к ангару выйдем. Угу. И оттуда уже через лесочек. Я думаю, зайдем с северной части, так будет удобнее. Мы прямо сейчас идем напрямую к куче этих ангаров и к пожарке. А, да, это вот мы с этой стороны сейчас идем. Это будет пожестче. И реально прям вот не выйдем там куда-то к лесу, либо прям вот к этим ангарам всем. А это все равно будет не очень скоро. Я в казарме хочу, да. Я хочу себе пулемет найти. Пулемет? Так это нам не к казарме, а к вертолету. К вертолету, да. К вертолету? А он там в казармах вообще не упадает, что ли? Давай не будем расстраивать старого человека. 3%, что он выпадет, по-моему, около вертолета, и 0,03%, что он выпадет в казарму. С нашей удачей. Так шанс у нас все-таки есть. Какой там тупой еще тупее. Какой у меня шанс? Ну, один из миллиона. Значит, он все-таки есть.
тебя уже оптимизм. Это хорошо. Стакан наполовину. А, и гранаты у нас тоже нет, я обращаю ваше внимание. А зачем? Малуха есть. Ну мало ли там. Нет, Стрела, ты был прав, бросай гранату. А нету. Нету ее. Ты так ждешь этого момента. Он вот такое ощущение, что хочет меня проучить за то, что его не пустили туда. Да пойдем, пойдем вместе. Я просто стрелял. Ой, да блин, с гребаного калаша. Мне Джек Шепард сказал, что человек идет со стороны леса, и ты действительно со стороны леса для нас шел. Он сказал со стороны лесополосы. Ну. А это был лес. А лесополоса это не там. Я ни капли не жалею, что я по тебе выпустил те пули. Вот сейчас это для меня просто наслаждение. Мне кажется, я вообще не понимаю. Я сейчас вообще не понимаю, где мы находимся, почему-то. Как с GPS можно не понимать? У него же там кружок и такая точечка, которая указывает, куда ты смотришь. Я понимаю, куда нам. Давайте я пойду. Договорились? Сейчас, подожди, Джека Шепарда. Сейчас сюда, значит. Нам-то надо вообще, блин, нахренеть, как вниз. Вот туда вот нам надо. Джек Шепард, выходи за елочек. Я не вижу вас. Вон. Видишь? О, я вижу, его вижу. И вот там вот куда-то налево вообще надо. Вот туда нам надо. Окей. Что-то я шел, так и вообще не туда. Олд Бобби умер уже 2-3 раза. Бедный Бобби. Бедный Бобби. Да, он аборты себе делает. Будь аккуратней, старый Бобби умер. Возможно, и скоро и... Старый мужчина, а он уже блокифан. Блокифан? Афроамериканская уфа. Блэки? Блэки? Самым обич. Евгений Ваганыч и кругом. Со Степаненками. Нет. Такие замолчали, переваривают, обиделись. Держись. Два ДМРа, да? Да, мы обдумываем просто. Мысли об одном. Да. Кто прострелит ему ногу, скажет, что это был какой-то снайпер. Я на вас обоих смотрю. Ну, это просто пока. Это пока что, да. Сначала. А, в смысле, там у казармы. Там вторая нога. Внезапно снайпер меня расстреляет. Джек, кто-то стреляет! Точно! Ты видишь кого-нибудь? Нет! О, господи! Господи, Артур, блин, что же делать? Что же делать? Давай попробуем его засечь. Так, сучечка, иди сюда. А, о, боже мой, еще один выстрел! И потом, короче, Артур лежит, мы серию заканчиваем. Блэк, беги! Не-не, мы с тобой. Смотри, смотри, я вижу, это 15 снайперов. Они все на позициях, давай убьем их всех. И потом скажем Артуру, как мы шедеврально убили 15. Ребят, я спрятался в казарме, надеюсь, он здесь не достанет. Так, это моя граната. О, боже мой, Блэк, он кидает гранату! Ладно, мои зрители видели, что я с вами только что мог сделать. Разоряйтесь. Собаки лают, караван идет. А в самом обиче. Что стрел ты опять? Опять замолчали. Он не туда бежит, опять. Я просто вообще тебя из виду потерял. Ты умрешь быстрее, чем мы. По-любому. Какая чернуха. Я вижу шустрилу, я вижу себя. Вы не слишком расслабились там, а? Артур сзади, он там уже близко. Помирает, кашляет, запыхивается. Да. Да, ты, блин, в зомбик не можешь попасть. Что мог сделать? Че, куда я там не могу попасть? А ну-ка, отойди на 100 метров. Яблоко себе на голову просто. Я сострелю. Жалкий бросок. Подождите, парад. Старика, пожалуйста, я тут у дерева прислонюсь и выпью пепси. Да, я тоже пить хочу, но не буду пить пепси. Или будет. Как в той рекламе. Финиш, угу. Ничто, день, жажда, все. Спрайт. Он опять нас целится. Нет, не был такой. Я все увижу. Так, что-то мы как-то долго идем, такое ощущение, что мы круг здоровый сделали. Не, мы сделали здоровый полукруг, но ты прав. Вообще, от этого замка и до этого аэродрома минут 4 идти, а мы уже минут 10 бежим, наверное. Так зато как круто мы бежим. Сейчас добежим до 54-й широты и рванем тупо вниз. Лучше умно рвануть вниз. Тупо не надо. Куда вы бежите опять? Я за шустрелы бегу. Ну давай, новички. А где он? Такие оба в разные стороны смотрят.
круг такой еще сделали вокруг своей оси. А где он? Да-да, я что у нас? Сколько квадратов осталось до аэродрома? Много. Квадрата 4. 400 метров? Фигня. Больших 4. Нет, больших 4, да. А, больших. Ну, значит, не фигня. Давайте отрубим сусанину ногу. Стойте, ребята, у человека тупо GPS, и он над нами издевается. Угу. Считает себя крутым и опытным. Я вожу вас кругами. Хочу посмотреть, как быстро вы опуститесь до того, чтобы прострелить мне ногу. Ну, ты уже довольно близок к своей поставленной цели. Вы довольно себе видели? Диего Хос. А, Диего Хосе, что ли? Хосе. Смотрю вверх 60 FPS, смотрю вниз 60 FPS, смотрю вперед 15 FPS. Смотрю туда обратно и везде 30 чем-то. А мне окей. А мне норм. Ты посмотри, сколько народу погибло. Да вообще ужас. Ну, одни и те же двое умирают, ну только и Райзак. Да, одни и те же трое умирают. Я уже хотел сказать, читами давайте... глушит. Так вот, я же говорю, я уже хотел сказать, давайте-ка выходить, потому что сейчас начнется ужас. Джек. Че? Моя нога сейчас как никогда близко находится к тому, чтобы кровоточить. О. Я в кустах. Кусечки, когда же вы успокоитесь, а? Сейчас у него, смотри, на ходу вытяну все мясо, зацени. Но ты остановишься, я уже пробовал. Я уже его вытягиваю, если ты не заметил. Ну, а, да. Черт исчез. Где ты? Вы не умеете на ходу вытягивать? Нет. Я вас обучу воровскому ремеслу. Джеки, и... подожди. Стой, ёпты. Хватит бегать за мной. Ну так кто у нас с GPS-ом? Все, сейчас бежим вниз и прибежим. Точнее, вверх. За этим лесом? А, ну, довольно-таки, да, должно быть близко уж. Я вообще не понимаю, как можно такое короткое расстояние так долго проходить. Мы все можем. Без машины. Привыкли по дорогам гонять. Ну ладно. Нет, что-то народ убивается, смотри. Да одни и те же. Как можно умереть, блин, не специально по два раза? Не может такого быть. Зеленый легионер. Господи. Так, давайте-ка кто-нибудь с GPS-ом будет указывать дорогу. Вот тот, который позади всех плетется. Угу. Он сейчас дерево врежется головой. Он как пьяный. Пошел все препятствия. Одного, второго. Блин, хоть бы тут музыка какая-нибудь играла, я не знаю. Ставишь на плане. В лесу так какой-нибудь, знаешь, гвоздем прибитым магнитола какая-нибудь. Радио. Да. Там советская музыка. Или эти, как они называются-то? А, блин, не граммофоны, блин, а... Парти. Нет, не граммофон. О, какой-то амбарчик, там куча зами. Ну, наконец-то мы пришли. Я знаю, где этот амбарчик. Это Гришина. Недалеко от нас Гришина. Какой нафиг Гришина? Вот, сейчас говорю... прям за этим амбарчиком будет то, куда... Да, аэропорт. А слева от нас Гришина. Да, я тоже был в этом амбарчике. А, ну вот, все понятно. Сейчас нам туда нужно бежать. Джек Шепарда опять не вижу. Джек Шепард у нас как ниндзя. Где? Нам надо... Что впереди меня? Пошли. Поворот, yes. Поворот, разворот? Да. Хорошо, пошли. А где Джек Шепард? Я не знаю, где он. Мы справа от ангара. Ну я понял уже. Ангар. Я слева просто обойти хотел, но потом туда пошли все зомби. О, тут, кстати, можно набрать канистру, да? Или нет? Зачем тебе канистра? Ну, у меня с собой канистра пустая, было бы и неплохо ее набрать. Я думаю, ее можно выкинуть смело. Не вижу смысла в этом, пойду наберу. Да не гони, ну иди. Что толк? Че не гони, машину найдем, зальем, сразу поедем. О, вы бежите. Гравиемуха хочет гетерофила кикнуть. Хорошие ники. Да.
Ребята пиарятся. Так, добежал до деревьев. Джек Шепард. Нет, а, я больше сил. Застрял? Да я в амбар хотел зайти посмотреть, стоят там или зомби или нет, но вроде это справили. А мне наоборот нравится, что зомби появляются внутри помещений. И у меня тоже. А чтобы анимацию им доработали нормально. Да, чтобы они бегали там в здании. Да. Вот бы было весело. Вообще весело было бы. Только чтобы сначала маленько их ослабили, потому что они вообще какие-то супер люди. Джек Шепард, иди сюда. Сейчас. Что там здесь делаешь? Стэнфилд лежит. Замечательно. Я его беру. Все. Ну давайте да, музыку послушаем. Отлично. Все, я бегу к вам. Да я вижу. Даже, наверное, полный рост могу, да? Пока не нужно. Ну а что ты, что ж, чего ты ожидал? Я вижу, бежит. Вижу выжившего. 30 метров. Отлично. Пойдем. Мы уж туда шли. И сейчас кто-то мимо отправит нас на... Куда? На побережье. Нет, кто-то отправит нас к концу этой серии сейчас. Может быть и так. Кстати, сколько она уже идет? Вышка. Давай не будем на вышке. Сейчас, давай не до вышек. Зачем ты бежишь в полный рост? Ну молодец, садись. Не до вышек. Ребята, у кого я про это и говорю, что вышка. У кого там СД? Надо было сказать, остановись. СД возьмите кто-нибудь. Джек Шепард, у тебя СД. Я косой. Нормально. Жив. Как он еще жив? Потом я. Там же 500 тысяч пуль в него вошло. Ну, ему насрать было как-то. 30 раунд АК, Артур, твой счастливый день. О, хорошо. Вот и вышка сама. Это хорошо. Джек, не давай. Зря. Да там могут быть АК-шные патроны. Раз Артур на самое пекло пойдет. Справа зомби. Давайте, парни, не ложась. А, я вспомнил, уже не такое. Откуда мы зашли. Мы с тобой тогда здесь, Артур, были. После того, как ты умер и сюда вернулся. Ну, мы тут кругом сейчас, были. Сейчас АК-74 здесь лежит. Наверное, с патронами. А, нет, просто АК-74. Без всего. Не очень хорошо. На шифтах идем, тут зомби просто рядом. В аэропорту всегда надо на шифтах идти. Нет. Иногда ну, можно, мы когда ходили, поймать. Не на шифтах. За тобой зомби. За тобой зомби. Джек, yeah. Джек, пилот, сзади тебя, со стороны вышки пилот. Артур, не мешай. Джек, убивай. Yeah, Господи, Иисусе, помоги же ему, у него патроны пошли. Не ссы, все в порядке, у нас есть мясо. У нас бинтов столько. Давай, перевязывайся. Bandage myself. И кушай, скушай кусочек капец, мяса. Капец, они какие живые стали, это просто жесть. Я говорю, с ними что-то ненормальное в последнее время происходит. Это же реально его не убить было. Съешь яблочко. Пойдем. Microsoft убили. О, боже мой! Sony, мы все знаем. Да, теперь мы знаем, кто убил Microsoft. Так, нам сейчас ближе... Нам сейчас вот прям... Южный барак. Или северный. Не знаю, по карте должен быть. Мы сейчас пойдем к тому бараку, который северный, а потом пойдем к тому, что южный. Мы сейчас вообще прям к казармам выйдем. Ну да. Джек, не отставай. Да я за вами. Ай да, ребят. Кто последний? Нашел кто... там проем. Какашка, да? Нет, не нашел. Это какой-то странный проем. Вроде как нашел? Да, нашел. Проходи, проходи. Артур, он в другую сторону. Так мы же сказали, что северный вот о нем. Так мы к ним подходим уже. С той стороны довольно хорошо простреливается, уверен. Ну и мы с Бартом. А где вы? Я вас потерял. Я сзади.
Так все правильно, здесь лес, здесь никто никого не видит. Как знать. Тут же эти два ангара, которые никто никогда не лутает. В нем как-то велосипед лежал. Я уже вижу этот барак. Давайте только в этот раз, не как в прошлый. Хорошо. Где вы? Проходи через елки и нас увидишь. Через елки? Ты тоже такой, блин, молодец, меня еще прикаяв. Ну ты же прямо шел за нами, вот если пойдешь, так пойдешь через елки и выйдешь. Увидел. Вон ты вышел. Увидел. Я как тебе сказал. Так, я аккуратно на пожарку гляну. Никого. Радиовышка. Никого. Ангар Ника. Так, я пойду в лесочек. Ротов, давай заходи вот там, наверное. Хорошо. Вот там столько всяких запчастей для машинок есть. Я иду в казарму. Давай. Там на крыше зомби. Сейчас я иду в лесок, который рядом с казармой. Шлепнется. У меня у одного какие-то фризы пошли или нет? Я не могу. Одного. Очень вовремя. Да я знаю. Кто стрелял с бесшумки? Никто. Кто-то стрелял с бесшумки. Откуда вы? Причем близко, я вообще не понял откуда. Может и послышалось, но по-моему кто-то стрелял. А, не знаю, я не стрелял. С ДМРом в руках. Я с ДМРом. Хорошо. Это я. За тебя. Так, жить. Вы меня кроете? Я на полянке перед этой казармой. Я вот вижу Артура. Он через кратер перешел, да? Да. Я зашел в лес, который рядом с казармами. Я смотрю на пожарку. Так, все, мне можно убегаться, нет? Не уверен. Сейчас, ты помнишь, мы тогда с тобой в елочке сидели? Ну, если вот ты услышал, как кто-то стрелял с бесшумки, тебе вообще категорически запрещено двигаться. Это было так далеко, что я даже не в его зоне поражения, скорее всего. Это ну, то есть он стрелял с этого, с ПБС, то есть с пистолета, если стрелял. Не с М-ки. У нее маленько другой звук. По-моему. Так, все, я сел в елку коронную свою. Я прям за Артуром сейчас прилягу, и он может удвигаться. Ну, я тоже прилягу. Нам как страшно жить. В принципе, зомби такие не агрессивные, но они есть. Готовы? Давай. Ой, блин, тут они... Я говорю, что идет. Не ползи, он успеет тебя догнать. Отползай справа. Вот. В такие моменты тут очень хочется вид от третьего лица. Да. У наших противников его тоже нет. Да. Так, там попрыгунчик идет тоже опять в твою сторону. Трудовик идет прямо ко входу к баракам. Ну не трудовик, а фермер. Да, я знаю, он там шел. Артур, зеленый. Бери левей. Левей бери. Вот так, давай. Сейчас проверить тебя прыгунчик. Чуть левей. Я не знаю, мне может быть... Все, давай, ползи нормально. Культ в руки взять. Я не верю. Но нет, если я кого-то увижу, то я бегу в казарму. Из людей, если там кто есть. Я прицелюсь, буду стрелять. Если из зомби, я тебе просто скажу, что... Переползаю дорогу. Давай. Ни справа, ни слева зомби нет. А вот там за елочками уже не очень видно. Так, зомби выходит из оградки слева. Далеко. Да, он идет по дороге. Один там, прямо рядом с казармой ошивается. Прямо вот в упоре. На пожарке кто-то? Я говорю, как там, посмотри. Не вижу, я вижу всю радиостанцию, пол взлетной полосы и всю западную часть. Там, где другие бараки. Значит, не гляну. Насчет ПБС, похоже, все-таки послышалось. Этот, Артур, так, прям... Я прям уже на смотрю на казарму. Там сейчас зеленый выйдет товарищ из казарма. Берите. И он уже вышел. В казарме вроде движухи никакой нет. Давай. Если что, кидай фаер и забегай внутрь.
у меня фаеров нет, у меня думал. Да, думал. Так, вроде спокойно все. Так, я ползу, пополз, короче. В каунте есть именно вот эта зона простреле? Между казармой и лесочком. Да, у меня. Кто-то кто ползет? Вижу, Артур ползет. Это я ползу. Да? Хорошо. Так, нужно побыстрее, пока он тазам, блядь, не справа от тебя елка стоит. Я в ней. Ты внутрь казарм заползаешь? Да. Палю прям в вход. Там дверь закрыта. Придется открывать тебе. Открыта дверь. Идет. Ладно, все, понял. Внутри перемещайся только на шифте. Да. Так, я в туалет зашел. Хорошо, куча зомбаков тут рядом ходит. Патроны к КМу. Патроны к М9, отлично. Супер. Так, патроны к М9 я беру. А КМ, пожалуй, нет. Так, теперь... Клоус. Диспетчерская пожарка чисто. Диспетчерскую также просматриваю чисто. Ну я могу пока это расслабиться, да, я так понимаю. Вход у просматривать, если что, я буду знать. Да, если пока буду спокойно. Войдет, то он не войдет, а. Тихо-тихо! Пойдет. Че? Тихо. На меня зомби идет, что ли? Не знаю. Так, я пошел в следующую комнату. Тут зомби как люди ползают. В комнате пусто, кто-то недавно лутал. Рядом со мной прям зомби, я думаю, он пройдет мимо. Если нет, я... Да, он проскакал, слава богу. Так, иду в третью комнату. Давай. Ну, она мне все деревья закрасит, но вот заход, с которого ты зашел, я вижу прекрасно. Пусто в третьей комнате. Пусто в четвертой комнате. Кто-то недавно лутал. И в пятой пусто. Замечательно. А, так, тут на полу у нас лежит патрон. Лягушка прям на... Лягушка ползет прямо на меня, я ползком ухожу, потому что стрельбу не хочу. Меняй позицию. Давай, пожарка диспетчерская чисто до сих пор. Так. Так, тебе попрыгунчик, Артур, прям казармам идет. Ничего, я пока в комнатушке в дальней сижу, пока и выходу, сейчас к середине здания. Открою эльспак, сложу туда патроны для кольта 911 и возьму. Блин, где они? И возьму один патрон к М9. Все, я тоже с ПБСом. Давай, круто. Круто. Подожди, взял что ли? Да вроде взял. Или он пустой? Я не понял. Я вижу кролика, он у меня в прицеле. Да, у меня есть М9. Он на меня выглянул. М9 Mac у меня есть в инвентаре. Но мой М9 SD почему-то им не перезаряжается. А, потому что тебе нужны именно патроны для SD. Понял. Так, давайте-ка я по-быстрому тогда обратно все поменяю. И выхожу, дальше иду в этот. Ну, короче, в два гаражика, даже в три, нет, в два. И в этот в ангар. Да? Да. Угу. Так, шестил, как дела-то? Я не могу понять. То ли лыжи не едут, да? Эта лягушка меня преследует, короче. Я тут качусь от нее. Можешь взять патроны ККМ? Зачем они мне? Не знаю, у нас два рожка лежат в транспорте. Он меня как будто чувствует. Зомбак идет по дороге. У тебя кровь не потекла? Так, я выхожу. Давай. Может потом еще вторую казарму утонем? Артур, лучше выползай, потому что здесь лягухан прямо вот в елке. Он тут чувствует, где я, и за мной все время меня преследует по каждой елке. Так, давай, ползи пока к воротам. Я выхожу, захожу в этот... Налево поворачиваю вдоль забора. Вдоль забора поворачиваю. Зачем в гараж? Не надо в гараж. А почему не надо в гараж? А мы пойдем сейчас на другой барак.
Ну, я думал, мы что-нибудь для машин найдем, нет? Когда найдем машину, тогда будем думать о машине. Так, ну тогда нам все равно в пожарку бы желательно заглянуть, нет? Нет. Почему? Зачем? Чтобы найти что-нибудь, например. Давайте заглянем. Так, Джек Шепард, ты, наверное, не видишь, что там внутри творится за этим забором? Нет, не вижу. Там внутри по-любому зомби стоят в домиках. Я слышу много неприятных звуков. Так, сейчас мы отступаем к этому, к лесу. Угу. И в следующей серии будем лутать, короче, пожарку и... Все на свете. Бараки. Ну да, ну, сейчас сегодняшняя серия у нас уже, наверное, час идет где-то. А сегодняшняя серия идет 50 минут. Ну, так, Артур ползет, стрела ползет, и вот здесь ко мне ползет прыгун перед вами. Угу. С тобой я сама его убить, пожалуйста. Да, но и смысл. Ну мы тут рядом просто, чтобы вокруг этого прыгуна песни. Патроны мне нужны М9СД, да? Да. Чего он не падает? Я вообще в кору стрелял. А у него в голове дырка. Идет кровь. Умер. Это капец. Так, все, можно подниматься. И потихоньку отходим в лес. Да, давайте. Вроде все чисто прошло. Ничего не нашли, конечно, но зато сходили. Проверили, удостоверились. Угу. Все, давайте вон направо уйдем сейчас. В лесок. И потом все обойдем вот это, и уже перед казармой начнем серию. Следующую. В которых мы погибли пару серий. Зомби? Да. Нет, мы там не погибли. Ну, как? Там я и взорвался весь. Да, но тут был заход плохим, и я хочу взять реванш у этого места. Найти себе бар. Давайте собираемся, чтобы далеко потом не бегать. Да. Так, ну что, да, на этом прекратим эту серию. В следующий продолжим лутать. Как видите, у нас, в принципе, это неплохо получается. Опыт-то уже есть. Тем более, когда командно слаженно действуем, что у нас в последнее время тоже неплохо получается. Согласны со мной? Это да. Да. Надо запуганно говорить, да-да-да-да-да. Короче говоря, yes, sir. Увидимся в следующей серии. Завтра с вами были Артур Шустрила и... Джек Шепард. Сам Гай. Just some guy. Попрощайтесь, ребятушки. Всем пока. Пока-пока.